Там еще один пляж. Здесь вон такая архитектурная группа. Сейчас мы тут прогуляемся. Чуток, где можно. Так. Мы вышли на землю. Так, чтобы тут не свалиться. Да, тут, конечно. Там совсем-совсем дикий пляж. У нас он как-то организован немножко. А здесь он такой прям дичайший. Прям с утра, часов 9, очень свеженькая. Потом через часов прям самое то. Ну, красота. Правда же, как складки шарфея. Это я. Что-то хвойное. Такое прям хвойное. Хвойное. Непонятное. Очень похоже на кипарис, но очень низкий и стелющийся какой-то вариант. Скажем так. Девчонки стройные бегают по пляжку. Кстати, очень много русскоговорящих туристов. Но сегодня последний день астрологического лета.